Здорово всем, дорогие друзья! Находитесь вы на канале Ади Голды, Дмитрий, также его брат Александр. И Citroen Jumper, самая лучшая машина на всем белом свете. Че, парни, сегодня у нас уже 7 августа, среда, и на часах сейчас 11:26. Направляемся в сторону мойки, поедем сполоснем машину там, ну, потом, может быть, покажем, почему едем. Почему, зачем едем. Вот, собственно, хотелось бы начать это видео с небольшой благодарности, да, всем вам. Во-первых, всем тем, кто так или иначе откликается, ну, типа, отзывается о нас хорошо, пишет комментарии, ставит лайки, подписывается. Всем тем, кто переходит на YouTube-канал, подписывается. Всем тем, кто переходит в телегу по нашей просьбе. Ну, и также в одном из предыдущих видео мы начали... такую вот историю, ну, как бы предложил, скажем так, я вам, да, систему донатов, и вот два парня уже закинули вот это вот, то, что было до этого, вот 6 мая и все, что ниже, это, естественно, чаевые, прям чаевые, это именно оставляли клиенты, но вот это вот плюс 458 и плюс 100, это уже донатили нам ребята. За что отдельное всем спасибо, да, спасибо всем и каждому. Честно сказать, было это не очень неожиданно, и... да и все, парни, ну, респект вам, блядь, спасибо. Приятно, на самом деле, пиздец. И, если что, парни, также ссылка на этот донат находится в описании. Опять же, мы ни в чем не нуждаемся, у нас как бы нет долгов, да, так называемых кредитов каких-нибудь там и так далее. Но очень приятно, когда аудитория тебя благодарит таким образом, ну, скажем так, спонсирует, благодарит, да, за то, что ты делаешь. Очень приятно, когда твой труд уважается таким образом, поэтому как-то так, парни, все, поедем, помоем машину, желаем вам всем приятного просмотра и начинаем. Короче, все, мужики, сполоснули машину, как вы можете видеть. Сейчас расскажу, для чего сполоснули. Выходим на линию, и возле нас тоже чуть-чуть появляются коэффициенты. В общем, что, вчера, получается, на заказе на последнем, ночью, вечером, рядом с нами на пандусе загружали строительный мусор, то есть люди. И, получается, краской немного засрали нам машину. Сейчас, ну, как немного? Достаточно сильно засрали. А я уже снял, показал. То, что все отмылось, все оттерлось, все нормально. В конце концов, мы с братом утром... долгая поездка, 34 километра, 190. Ноль грузчиков, большой кузов. Иди нахуй отсюда. Вот серьезно, мужики, блядь. Там вставим вам мем, блядь, кому-то кидаешь это. Долгая поездка, складочная улица. Иди нахуй отсюда, ебаный в рот, блядь. Хотите работать в доставке и ищите надежного партнера? Подключайтесь в Эксперт Парк. В 2024 году Эксперт Парк получил награду как крупнейший партнер Яндекс.Доставки за последние 3 года. А это значит, что вы можете быть уверены в надежности, легальности и безопасности сотрудничества с данным парком. Комиссия парка всего лишь 50 рублей в сутки. Автоматические выплаты без комиссии на карты любых банков. Ну и также круглосуточная поддержка и сопровождение на каждом этапе работы по необходимости. Вы можете сотрудничать с парком как физическое лицо, но если хотите снизить риски, подключайтесь к парковым самозанятым курьерам к уникальной программе «Эксперт Парк 2.0» с комиссией всего лишь 40 рублей в сутки. Ну а если вам уже исполнился 21 год и ваш водительский стаж более 3 лет, вы можете работать в такси через парк. Подключайтесь по ссылке в описании, работайте легально и зарабатывайте вместе с «Эксперт Парком». Короче, что, грузили строительный мусор и засрали нам машину краской. Я уже, в принципе, подснял, что у нас получилось. Получается, мы брызнули пеной машину здесь, вот где было засрано. Где очень сильно выделялось. Показал, я подснял, показал уже. Ну. И, собственно, что? И все. Сполоснули водой, потерли щеткой, сполоснули водой. И результат, честно вам сказать, налицо.
И вообще вышла мойка в общей сложности в 150 рублей. 50 рублей пена, 47 секунд давалось на то, чтобы, ну, на пену. И минута с чем-то на 100 рублей давалась воды. Вот. Нам, в принципе, этого хватило, то есть полоснуть машину, как обычно, по-быстрому, все нормально. Ну и все, парни, будем ожидать заказ. В дальнейшем покажем, что будет приходить. Грузовой две точки, парни, займет около 18 минут, 1270, минус 6, два грузчика, большой кузов. Амурская улица. Мужички, скорее выебываться, Санька вернулся. Поехали, квартира будет. Ну, о, другое дело. Чего там, куда ехать, Димон? Подача 5 минут, 1,8 километра, ща, пока по прямой. Пока по прямой. Звонить не будем, парни. Остается буквально 500 метров подачи. Вон, 2 минуты. Поэтому посмотрим уже по ходу дела. У нас указана квартира, поэтому, ну, будет какой-то квартирный переезд. Скорее всего. Вот такой вот коротенький заказ, парни. По Амурской улице вообще он. Не знаю, сколько там между адресами будет. 500 метров. Это мы любим. Или километр, сколько там будет. Че, куда там, Димон? Налево. А ну что, мужики, снова кому-то придется расстроиться. Снова кому-то придется порадоваться за нас. Вот. Что у нас кэфчик, пацаны, кэфчик жжет. Кэфчик решает, пацаны. Кэфчик решает. Кэфчик. Короче, что у нас? Вот это вот все. С кэфчиком даже, пацаны, настроение есть сразу работать. Вот это вот все. А что, пацаны, почему так? Потому что я тачку помыл, поэтому кэфчик. 150 рублей. Единственный раз с пеной. Все, парни, будем грузиться. Все, парни, будем грузиться. Тут хуйня вообще делов. Ну что, первая партия загружена. Что, едем? Да, едем. По лифтам, пацаны, наверное, лифта 3-4 будет. Лучше больше округлим 4, потому что попросили, чтобы аккуратно, ну, чтобы не мялась продукция тут. Легкие, пацаны, это все легкое. Там какая-то ткань, там, не знаю, сумки, ну, не сумки. По цене будет черт, немножко пойми. Подзаработаем. Угу. Да. И главное, адекватные клиенты не ходят, все, ушли туда, показали, что делать. Показали, что, и все, и ушли. И мы, угу. То есть, сами себе предоставлены. Без мозгоебов. Да. А ну что, мужики, загрузили вон целую машину. Картона, блядь, коробок вот этих вот всяких. Вон там товар какой-то, блок питания там. Черт его знает. Остается у нас что-то 13 минут платного ожидания. Короче, грузились почти все время. Че, мужики, Яндекс дает в пути 4 минуты. Предварительная сумма 4339 рублей. Ой, как отлично! Мужички, скорее выебываться! Санька вернулся! Едем на Щелковское шоссе, вон 1 километр, 6 минут буквально. Васек, готовься скорее завидовать, скорее готовься строчить комментарии гневные жирными пивными пальцами. Не забудь, какая у меня конченая резина, мне это нравится, сука, вкусность эта, сладость. Только побольше, побольше накидывайте, что так мало? Все, теперь готов, начинаем. Все, платное время выдачи, 1:05 остается. Подтверждаем вручение, готово. 5 звезд, конечно же. Конечно. Было приятно общаться с клиентом. 8752 рубля. Отлично! Замечательно! Давай, Дима, сколько затратили? Расскажи пацанам. Че, вот взяли его, получается, в 12:18, парни. Сейчас на часах 14:34. То есть где-то чуть более 2 часов. Чуть более 2 часов было затрачено. Совсем немножко более 2 часов. Как вам, мужички? По пробегу вон 1 километр. Плакать собираетесь? Понимаю. Все мощно. Почему-то вот такой вот маршрут нам карта показывает. Хотя ездили вроде нормально ровно по дороге, но тем не менее. Что, мужики, комиссия 2300. Итого заказ вышел чистыми 6 434. По пробегу 1 километр уже показал за 2 часа. Как вам, мужички? Скорее писать в комментарии, быстрее строчить. Снова выходим на линию. Будем ожидать что-нибудь следующее. А по пробегу 1 километр. Вкусного тут ничего, конечно, не будет, но тем не менее. Ну что, Васек, снова поймали пушку-колотушку. Снова, получается, самокаты будут везде по всей Москве нахуй расставлены, и даже возле твоей остановки. Где ты живешь?
Кузьминках, не знаю, где ты там, на юге, на востоке, самокат Александр Дмитрий привезет и поставит специально для тебя, Васек. А всем нытикам продолжайте ныть дальше, а мы погнали делать бабулес и выебываться. Все, до свидания. Че, приняли заказ, короче, кооперативный, вот такой вот центр получается, повезем. 50 самокатов, как обычно, два грузчика, большой кузов, Ивантеевская. Все, звонить не будем, просто поедем, да и все. Еще, пацаны. Займет 45 минут, писал. Немножко решил Саня вернуться, а также, братцы, у меня горит чек, у меня горит аккум, есть свои клиенты. Не обклеен, Яндекс кидает заказики, а ты сиди иной и побольше этой грязи пиши в комментариях. Я люблю ее, я обожаю ее. Все, до свидания, парни. Ну, это к нормальным пацанам не относится. Че, куда там ехать? Ну что, Васек, очередная свалка самокатов. 50 штучек загружено. Ну что, Васек, хочешь посмотреть эту стоимость? Стоимость вот такая, короче, предварительная. 3003 рубля. Повезем все это дело в центр, улица Шаболовка. Че тут ехать? 18 километров, так мы тогда 18 поедем. 50 минут. Так, ребзюки, у нас уже 4 километра, 12 минут. Сашка здесь, а также что, Лисан. Ха-ха. Димка вам хочет пожелать. Будьте, всем приятного аппетита. Будете. Да. Здоровья вам и вашим близким. А также никогда не расстраивайтесь и не унывайте. А также не кричите, что нет работы. Просто выходи, катай пока что можно. По возможности говно отбрасывай, нормальное бери. И будь всегда на позитиве. Хотя бы так, как я и как мой брат. Сейчас на брата глянем. Ну-ка, брат, покажись. Круто, охуенно. Вон, мужики, выкинули самокаты. Скорее, скорее, смотреть стоимость в 3000 рублей, скорее. Как пошло вручение, это нормально все. 3112. Ох, мы богаты, мы сказочно богаты! Итого, что, парни, у нас получается? 9500 на балансе, вот, с двух заказов. Как тут посмотреть? Вот. 9500, два заказа. Учитывая то, что вышли в 11, а начали в 12, пока помыли машину, там туда-сюда. Сейчас на часах вон у нас 5:30. Ну, 9,5 на экипаж за 5 часов, за 5,5 часов, вообще я бомба. Хуй его знает. Вообще бомба. Че еще, мальцы? От себя. Мальцы, хлопцы, хлопчушки. Кто еще? Бойцы, потом казаки, разбойники. Че, пацаны, проставил себя до дома час, 21 километр. Если что-то будет сейчас приходить нам, может быть, подкинем, споймаем, а может быть, просто подкинем и не споймаем. Но это при условии, если будет что-то приходить. Обнял вас, как обычно, крепко-крепко. Летим. Парни, вон, смотрите, там портеры остановили. Ну, понятно, вон, это не горит, получается, фара. А чтобы, пацаны, скороход не останавливали, скороход должен быть намыт, начищен, сука, классно вот так, и тогда не будут останавливать. А если будут, то только очень в редких случаях, но это все решается 500, а максимум 1000 рублей, которые ложишь в паспорт, да, Димон? Дима, он знает, как это Александр умеет делать красиво. Ну и все. Ну что, дорогие друзья, а также дамы и господа, либо просто случайные зрители нашего YouTube-канала, самого лучшего YouTube-канала на всем белом свете. Сейчас, мужички, немножко подтупливаю, поскольку перестраиваюсь. А усадиться в тачку никак нельзя. Что по катке? Было выполнено два заказа. Первый заказ был взят 12 с чем-то, да, Димон? Ну да. 12 с чем-то. Второй заказ был взят, сколько? В 16 где-то. Первый заказ мы выполняли 2 часа 20 минут. Грязная сумма составила 8400, а чистая сумма составила 6400 с чем-то. Вот. И второй заказ был самокаты, как вы могли уже видеть из данного видеоролика. Повторюсь, самого топового видеоролика, Васек, блядь. Так, вот, там было заработано 3100. Итого у нас там 9500 по Яндексу. По пробегу, парни, вот, показываю. 53 километра, давайте до 60 просто округлим, ну и как обычно там косарь откинем, не буду я вот это вот там
У меня 430. Я так не умею, пацаны. Кассандрик откидываем по традиции всегда побольше. Вот. А также, парни, не забывайте отмечать этот данный видеоролик своими лайками либо дизлайками. Также, пацаны, подписываться на наш YouTube-канал. Также подписываться на Telegram-канал. Как уже Дмитрий сказал, мы создали. Ну, как мы, блядь, нахуй. Нихуя не мы, Дима, вот там создал, а я так, нахуй. Здесь так, знаете, приблудный, блядь. Так, попиздеть хуйню там, поотрываться, вот. И получается, ну, вот такая смена. Нормальная смена, ребята. Опять же, первый заказ с кэфчиком зарешал. А второй заказ просто самокатик. Ну, типа, добил, чтобы это было хотя бы более-менее вразумительная сумма хотя бы на экипаж. Вышли сегодня в 11, давай считать с 11. И сейчас вот 6.17. Давайте до 7, пацаны, всегда в большую округляем, хоть мы уже и возле дома. То получается, что у нас 8 часов на линии, 9500 на барсетке. Кассандрыча мы в бак просто пульнули, да, вставили шланг в бак, нажали, оплатили, все, Кассандрыч туда залетел. Все, пацаны, я немножко сегодня в игру так ворвался, старый Александр. Ну, просто захотелось, бывает, знаете, такое вот чувство там, наитие, как говорится, да. Поэтому, пацаны, нормально иногда вам такую разрядочку можно дать, хуйней пострадать. Но не забываем, что с клиентом нужно быть всегда адекватным и делать свою работу так, как вы бы сделали ее себе. Это залог успеха. Ну и, конечно же, не ныть, Васек. Все, добра вам, пацаны. Погнали.